А, меня зовут Артур. Здесь очень весело. Здесь собираются довольно-таки умные, образованные люди, с которыми приятно пообщаться. Хороший, так скажем, коллектив. И как-то разнообразить свой какой-то досуг, разнообразить, послушать, что творится в этом мире. Кристина. В Железногорска мы вместе приехали. Интересно, вполне. Ну, затянут момент, вот, когда все знакомились друг с другом, а так очень интересно. Меня зовут Комлева Юлия, я из города Красноярска. Мне очень нравится данное мероприятие, так как это большая возможность показать себя и свою работу, свои идеи, чтобы многие люди об этом узнали, и, может быть, кто-то заинтересовался, и в дальнейшем мои идеи воспользовались. Я представляю проект под названием Air Dance. Этот проект позволяет пассажирам, летящим в самолете во время длительного перелета, чтобы у них не затекали мышцы ног и рук. И во время полета ты можешь играть в игру под музыку, так, передвигая свои части тела, ноги и руки. Если ты правильно делаешь, выполняешь задание, то ты зарабатываешь баллы. Александра Авдеева. Город Красноярск. СФУ, журфак. Участница инновационного прорыва. Работа очень насыщенная, интересная. Команды получились смешанными, но от этого эффект гораздо больше, поскольку есть возможность штурмовать, креативить, рождать новые идеи, даже пускай совершенно несбыточные пока, но кто знает, что будет лет через 20. Участники все интересные, достойные, идеи очень прорывные, сумасшедшие даже, такие неоднозначные, но я думаю, что все имеют право на успех. Спасибо вам. А меня зовут Юрий. Я из Норильска, но вообще живу в Красноярске. А впечатления на самом деле отличные, так как презентация хорошая, преподаватели отличные, и все организовано на высшем уровне. Соответственно, то, что мы здесь получаем, это некий опыт, который явно пригодится в будущем. И что очень приятно, здесь такая атмосфера, все люди, они вот явно заинтересованы, и с ними интересно общаться. Собственно, это и полезные знакомства, ну и приятно видеть своих знакомых уже в этой компании. Ганцев Алексей, Железногорск, филиал Сибирского федерального университета. Впечатлений на самом деле масса. Мы сюда привезли команду ребятишек, поэтому с точки зрения образования мероприятие получилось просто колоссальное, потому что народ приехал со всего края, и подобных мероприятий, и даже такой инфраструктуры, как здесь, они не просто в своих районах не видели никогда. И поэтому с точки зрения образования и наглядности на самом деле все хорошо. Идей очень много. У ребят есть возможность познакомиться, посмотреть на студенческое сообщество, на сообщество науки, в том числе инновационный прорыв, в том числе и студенты Сибирского федерального университета, ну и так далее. Поэтому великолепное мероприятие. Надеемся, что выход найдет свой собственный. Меня зовут Артем. Мероприятие просто замечательное и по масштабам, и по содержанию. Сегодня собралось очень много молодежи, заинтересованной в развитии проектов, повышении своих собственных компетенций, что было видно в презентациях, которые проводили после первого раунда. Очень полезное мероприятие, тут все участники воспроизводят все свои, наверное, фантазии и мечты по поводу развлечений на борту компании «Аэрофлот». Здравствуйте, меня зовут Буракова Анастасия. Наш проект заключался в переносе виртуального мира на реальный, in real life. Его название такое рабочее. Соответственно, данный проект помогал людям, которые общаются в соцсетях виртуально и больше времени проводят за компьютером либо какими-то другими средствами связи, найти выход вот этому общению в реальности. Соответственно, данный проект очень важен ввиду возросшей нынче интернет-зависимости и вообще компьютеризации всеобщего населения и снижения уровня общения в реальной сфере жизни между людьми. Вот таким вот образом спасибо большое бизнес-инкубатору за проведение такого мероприятия. Всем привет, ребята, меня зовут Тима, я из города Красноярска. Я попал на это замечательное мероприятие абсолютно случайно, увидев пару недель назад просто в социальных сетях приглашение. Я нашел плакатик, загорелся, приехал и участвую. На самом деле все классно, организация
на высоком уровне, я прям всем доволен. И безумно я доволен тем, что программа пошла в регионы, в Красноярск, в Сибирь. Она не зациклилась где-нибудь в Москве, Санкт-Петербурге или еще каком-нибудь западном городе. Она идет вглубь. И тут собралось больше 100 человек, они все общаются, дружат, обмениваются контактами и придумывают новые идеи для вас. Ну, а лично мы с командой придумали такой, так сказать, социальный хаб, который позволит персонализировать все системы в самолетах под каждого пользователя. Ведь не секрет, то, что летают как минимум туда-обратно, и нужно работать над лояльностью и сервисом. Мы расскажем в нашей презентации, что нужно сделать классного, и как вам полностью погрузить человека в Аэрофлот. И не только его, а его детей и даже внуков. Мы это сделаем. Спасибо.